Необходимость модернизации ШОС и обеспечение более практического сотрудничества между странами-участницами, в частности, в экономической сфере, отметили участники круглого стола в Пекине. Мероприятие прошло в секретариате организации. Его посвятили 20-летию подписания Хартии Шанхайской организации сотрудничества и 15-й годовщине договора о долгосрочном добрососедстве и дружбе. В обсуждении приняли участие эксперты и руководители диппредставительств стран, входящих в состав организации. Спикеры назвали перспективные направления для кооперации. Среди них продовольственная безопасность, борьба с эпидемиями, развитие сельских территорий и новых технологий. Гости также посетили фотовыставку, посвященную истории ШОС. До сих пор в ШОС заключили немало документов. Из них самыми важными являются как раз хартия и договор. ШОС имеет новые и передовые идеи и концепцию. Так сказать, имеет общий шанхайский дух. Эта новая концепция, она поведет ШОС к новой высокой стадии развития. Я бы хотел высказать свое мнение по трем вопросам. Во-первых, каким образом еще больше укрепить внутреннее единство в организации, максимально снизить или избежать новых приграничных конфликтов и трений между членами. Во-вторых, как усилить сотрудничество ШОС с другими странами и международными организациями. Например, я считаю, что нужно ускорить кооперацию с ASEAN. Мы уже несколько лет продвигаем сотрудничество, но конкретных шагов мало.